Всем огромный привет! Хочу показать вам новые работы Юленьки Славняк. Многие уже знают эту мастерицу. Она делает красивые работы из бумажной лозы. Уже не первая посылка ко мне приходит. Может быть, помните, прошлый раз я вам показывала вот такой замечательный, чудесный просто чайный домик, который ко мне приехал от Юленьки. Просто волшебный. Я давала ссылку на те места, где можно найти Юлю. Это ВКонтакте, в Одноклассниках. Но в этот раз мы решили с Юлей поменяться нашими работами. Я ей шила игрушки, которые хотела она. А она мне сделала те работы, которые хотела я. Я не просто так сейчас показала этот чайный домик, потому что я в этот раз заказала к нему сахарницу. Вот такая баночка. Банка стеклянная. Юля ее, как это можно сказать, обвязала, да, или обплела вот этой лозой, сделала сверху декупаж. Тут пластиковая крышка, тоже оплетенная. Очень красиво смотрится, замечательно. И на чайном домике написано «чай», ну и на сахарнице написано вот так оригинально «сахар». Я думаю, что на моей полочке будет смотреться просто волшебно. Юль, спасибо тебе огромное. Также в прошлый раз Юля прислала, я вам уже показываю мою, вот такую карандашницу, которая прижилась у моего ребенка на столе, вот с такими симпатичными усиками, с красными сердечными глазами. У меня ребенок хранит ручки в такой сове замечательной. И в этот раз приехала тоже сова. Если это, вот мне кажется, сова была девочка, то это сова-мальчик. Филин, да, у него уже такие усы, нет вот этих вот усиков, но зато вот такие вот хмурые, такие серьезные брови. Ну и как мальчик, он уже является ростиком повыше, вот такой симпатичный парень. Давайте их рядышком поставим. И у меня сестренка делает сейчас ремонт на кухне. И основное, что было в этой посылке, мною заказано, это для моей сестры подарок. Вот такая красивенная, восхитительная шкатулка. Юля уже делала мне лично шкатулку. Ну, не мне, а моему ребенку Максимке. Он с огромным удовольствием пользуется. Та шкатулка потемней. Разные выкрутасы. То есть это, если вы будете Юле заказывать, вы можете оговорить, какой дизайн. В этот раз приехала вот такая светлая девчачья такая шкатулочка, очень красивая. Вот такое у нее донышко, красивенный цветок, такая ручка ажурная и крышка, донышко такое же, как здесь. Вот так смотрится, я думаю, на новой кухне, на полке будет смотреться просто восхитительно такая вещь. Но чтобы шкатулка стояла не одна, как-то вот плетеные вещи красивые, когда их несколько, еще будет вот такая коробочка. Они будут стоять рядышком. Чуть-чуть, правда, цвет отличается, но ладно, не страшно. Вот такой сверху бантик. Бантик здесь. И вот такое донышко. Вот такой вот красивый сюрприз. Ну как сюрприз? Конечно, не сюрприз, заказ. Да? Приехал, можно сказать, заказ. Раз у нас получился обмен, то получается заказ. Юль, спасибо тебе огромное. Если вам понравились работы Юли, я обязательно снова оставлю ссылку на Юлин сайт ВКонтакте, ну как сайт, ВКонтакте ее страницу, там работ намного больше, можно будет посмотреть фотографии, и если интересно, то заказывайте, и будет вам тоже вот такое вот счастье дома. Ручная работа, она на самом деле очень, не знаю, как ее назвать, но она к себе приманивает взгляды, обращает на себя внимание, и обладает какой-то, мне кажется, аурой даже. Но в любом случае, ручная работа, она восхитительная.
Спасибо всем за внимание. Надеюсь, я была полезна. Всем до новых встреч и всем пока.